Сдача единого госэкзамена стартовала в России 3 июля. На пункты сдачи ЕГЭ в Одинцовском округе пришло в этот день 578 ребят, решивших сдавать литературу, географию, информатику и ИКТ. Всего на территории Одинцовского округа действует 14 пунктов проведения ЕГЭ. Все аудитории соответствуют стандартам Роспотребнадзора. На полу нанесена ограничительная разметка. Наблюдатели и выпускники используют необходимые средства индивидуальной защиты. Напомним, экзаменационная кампания продлится до 25 июля.